Привет всем, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в House Flipper. Собственно говоря, в этой серии мы с тобой продолжим чинить дома, чинить, строить, отделывать плиткой, красить стены, укладывать напольные покрытия и все тому подобное. Так, с какого дома мы, пожалуй, начнем? Наверное, вот с этого большого. Хоть он и одноэтажный, но он огромный. Заказ «Последний переезд». У Тома и Бетти двое детей. Они долго искали свое место на земле. Они много двигались последние годы и больше не хотят этого делать. Однако, недавно они нашли дом, который может быть подходящим. Единственное, что не позволяет им туда переехать, это капитальный ремонт, в котором нуждается здание. Дом старый, обогревается излучением тепла, которое распространяется через потолок. Необычная установка. Существует риск, что вам нужно будет заменить его. Кроме того, Бетти хочет кардинально изменить кухню. Удачи, Оливер Джордан. Три выбора, 13 помещений, ошалеть как много. И еще целый миллион бюджета нам выделили на то, чтобы мы поставили, построили и прикупили все то, что хочет этот заказчик. Самое странное, что здесь разные имена у заказчиков, разные заказы, но одинаковый мужик и баба, которые сидят и следят за нашим с тобой выбором. Так, начнем мы, пожалуй, с тобой... Откуда? Вот отсюда мы и начнем. Ого-гошеньки. Потолочную лампочку нужно удалить. Ну, давай удалим. Чё здесь капитально ремонтировать, я не понимаю. Здесь как бы и делать-то нечего. Стены модифицировать нужно 17... Бетона. Охеренная модификация. Так, а 17 это где? Подожди-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Блядь, что-то мне как-то я не могу найти, где здесь можно 17 уложить. Вот здесь может быть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Да, вот это вот стена, короче. Нужно вот здесь уложить плитку. не плитку, а бетон, конечно. Ну, давай беленький будет. Лучше белый бетон. Если их 17, значит, нужно две пачки. Беру шпатель, беру стену и пошел. Ой, а что это она такая? Не понял сейчас. А чё она пополамчатая? В предыдущий раз, мне кажется, такого не было. Как-то это все неправильно выглядит. Белый, серебристый ледник. Она же вся должна быть правильного цвета. Или что, получается, мне нужно все-таки вот этой, вот этот выбрать? Чтоб по-человечески это выглядело. Просто вот так вот прям ущербно, но... Конечно, хозяин барин, но... Как по мне, так нет. Жаль. Как по мне, так некрасиво выглядит, поэтому давай-ка мы возьмем лучше серый. Чистый серый. И пусть оно будет во всю стену лучше, нежели вот, вот эта вот половинчатая хренота. Пусть лучше грязная серая бетонная стена. Не знаю, чем она так понравилась нашему заказчику, но как по мне, так полная безвкусица. Полная глупость делать из красивой стены, в красивом доме, хочу заметить, бетонную стену. Просто сейчас поганю ему стену. Но, как я уже сказал, хозяин-барин пусть, пусть наслаждается тем, что у нас получится сейчас. Сам же попросил. Что самое интересное, это же плитка. Почему она грязная такая? Почему она одинаково с пятнами, с какими-то, еще с какими-то засветами? То есть, как-то явно неправильно. Это же плитка под бетон сделанная, это же не бетон. Или же бетон, хрен его знает, короче. Давай положу вот это вот сюда, продам вот это вот сюда. Ну-ка. И что еще там нужно сделать-то? Как много всего. Светлое кресло. Электрический биокамин. Он какой-то тоже угловой, да? Да, он угловой, смотри-ка. Пусть он будет... Нет, вот такой вот темный. Нет, вообще столешница пусть будет, наверное, все-таки тоже вот, нет, темный, наверное, да, металл будет белым. То есть вот так вот оно выглядит, хотя
Нет, вот так оно будет лучше выглядеть. Купить сейчас и поставлю я его, пожалуй. А хер его знает, куда поставить. Думаю, мне лучше будет поставить его вот сюда. Хотя нет, я же ведь специально, наверное, стену готовил под это. Вот здесь тоже ни к чему, здесь окно перегораживается. Как-то все это дело не обдумано здесь. Можно, конечно, замутить вот здесь. Вопросов никаких. То есть, ну, конечно, выглядит это ни к чему, но... Ой-ой-ой-ой, тихо застрял. Нет, сюда он тоже не влез бы, поэтому ладно. Тюльпаны? Какие тюльпаны? А, люстра. Давай тогда... Вообще к стене подбирал, не знаю. Ладно. Светлый правый угловой диван. А кто сказал, что он будет светлым? Я могу его серым сделать. Темным серым. Вот таким вообще сделать могу. Правда, это не серый, это черный. И, пожалуй, я выберу вот именно этот белый. Белый, который серый цвет. Вот сюда поставлю. Ну-ка, давай, не глупи. Так. Теперь. Светлое кресло, тоже которое будет бел. Нет. Ножки должны быть... Да не знаю даже, какие светлые. Пусть будут ножки. Купить сейчас. По цвету совпадает вот с диваном? Но если так не присматриваться, конечно, совпадает. Кресло пусть рядом с камином стоит. Не знаю зачем, но пусть здесь. Пусть здесь находится. А, еще одно нужно. А что я выбирал? Нет, белый. Тут светлый, а тут белый. Явно как-то это страдает... Разработчик этой игры каким-то, не знаю, отсутствием различия цветов. Или как он там правильно называется, дальтонизмом. Короче, блядь, понял ты меня. Экстравагантное светлое кресло Бими. Бими. Тоже пусть белое купить. Куда столько сидений-то? Что здесь за групповые посиделки намечаются? Почему здесь столько сидячих мест и ни одного, как его, стола? Столик есть, ладно. Больше ничего не говорю. Надо его тоже серым сделать, вот таким. Купить. Ну, блин, он как будто бы угловой. Он весь неправильный какой-то. А вот здесь пусть стоит. Теперь люстра. Гошинит. Купить сейчас и повесить ее вот сюда. Я решил, что здесь она будет очень кстати, но нет, наверное, ее нужно будет перевесить немножечко вот сюда. Да? Ну да, в целом пусть тут. Пусть висит здесь. А, еще одну люстру. Купить сейчас. Она, видать, ни черта не светит, поэтому мне нужно купить их две. Дело как бы не мое. А подожди, а почему оно... Одна синяя, а другая какая-то не синяя. Это синяя, а вот это золотая. Что-то здесь не так. Возможно, я выбрал где-то цвет, а возможно, где-то я напортачил. Ну ладно. Фиолетовый цветочек канареечный. Канареечный от белого чем-то. Да, отличается. Ну-ка, ся. И купить сейчас. Несколько. Ого-го. Какие они большие. Я поставлю, пожалуй-ка, вот сюда вот одну. И одну поставлю вот в... А можно как-нибудь поближе к стеночке-то его, нет, расположить? Смотри-ка, можно даже наискосок ставить. А, ну, блин, что я обманул игру, она же так ставится. Дурак. Сам обманул, сам посмеялся. Сам удивился. Смотри, как просто меня удивить. Просто покажи, как делается какая-то абсолютно обыкновенная вещь. И я удивлюсь этому, что есть силы. Красивые какие рустриксы. Большие часики нужны. Нет, не серого, черного цвета на... Ладно. Что-то какие-то они не особо большие. Вот сюда вообще, вон туда надо было повесить. Ну ладно, пусть здесь висят. Картина. Снежное умиротворение. По-моему, это грязное умиротворение. Выглядит оно не очень.
Так, а куда бы это снежное рядом с камином не пожаробезопасно? Я считаю, что туда вешать — это самоубийство. Сгорит все. Сгорит все и даже ничего не останется. Поэтому повешу, пожалуй, вот куда-нибудь вот сюда. Ага. И серое безумие. Серое безумие, снежное спокойствие, какое-то прям сборище, как это называется, противоположностей. Ладно. Хотя не ладно. Все-таки я уже сказал про пожаробезопасность. Нужно соблюдать все правила и нормы, не нужно нарушать никаких правил. Белый, блядь. Какой-то белый, это серый. Такая комнатка, конечно, прям не знаю. Поганенькая, сраненькая получилась. Опа. Старые трубы отопления не только в стене, но и в потолке. Если что-то сломается, весь дом затопит. Чтобы снести стену между гостиной и кухней, нужно заменить всю установку. Это будет намного дороже, но давай все равно сделаем подогрев пола и избавимся от этой стены. Давай ставим стены со старой установкой и заменим только старые трубы. Нет, вообще нехорошая вещь. Давай лучше переделаем, да. Удалите кухонные шкафчики, вот эту всю ерундистику. Так игра и сказала, да, удали всю ерундистику. Угу. Теперь. Подожди-ка. Я должен вот эту стену сломать? Серьезно? Вот это да. Вот это новости. Ну давай, я только за. О, еще и вот эту стену надо сломать. Красота. 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 Ну а пока все ломается, мы можем с тобой поговорить о жизни. Можем с тобой поговорить о том, что ты не подписался, возможно, еще на канал, поэтому это обязательно нужно сделать. И также поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий. Поэтому давай-ка ты пока сидишь, смотришь, как я ломаю стену, пиши комментарий, точнее, ставь комментарий, пиши лайк. И как раз к моменту, когда я закончу, ты все это сделаешь. Все будут счастливы, все будут довольны. Ну, падай ты отсюда. Погоди-ка, а где она? А где она? А, во, упало уже все. Там. Там. Еще, кстати, ты можешь подписаться на паблик ВКонтакте, который указан в описании. Ссылка на который указан в описании. Заходи там. Возможно, что-то веселое будет когда-нибудь, а возможно и не будет, и я не знаю. Там просто пишется, напоминается о видео, которое выходит, и больше ничего. Пока что. А возможно, когда-то что-то и появится. Ну, как знать, как знать. Никто ж не знает, что там будет завтра, что там будет послезавтра. Ну-ка. Как долго вы ломаетесь, ну? Хорошо. Так, и что мы дальше делать будем с этим? Нет, это не та комната. Вот в этой комнате нужно переломать... Пусти меня. Вот в этой комнате нужно переломать все стены. Не все, а вот эти. Зачем я все это делаю? Я не понимаю. Я ж по факту не изменил никакого расположения комнаты. Я просто разломал все стены в этой комнате. Вот и все. А это как был толкан, так и остался. Ну что такое? Ну падай. Ну. Хорошо. Да, там. В этом, в плитке застрял, представляешь? Ну что такое? Угу. Молодец. Пойдем-ка мы с тобой. Не понял. Верхние стенки построить, ёшкин кот. Притолки вот эти вот, потолок, короче, надо построить. Ну, это как бы все просто. Тут делов-то. На 5 секунд просто. Теперь. Не-не-не-не-не-не-не, вот сюда. Ага.
Смотри, какая красота стала. Вообще очень красивая и очень нужная дверь, хочу заметить. Может, удалить ее надо? Да, надо. Ой, а это что такое? А что это было-то? Мусор, что ли? Какой-то странный мусор. Теперь покрасить нужно все в натуральный бежевый. Возьму большую банку краски. Покрашу все стены. Где-то 12 стен нужно уложить плиткой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Подожди-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А мне надо 12. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Здесь 13, а мне нужно 12. Здесь не то, здесь другая комната совсем. А где же мне 12 высрать? Ты мне серьезно расскажи. Где мне нужно 12 стенок выкопать, чтобы они были плиткой уложены? Ладно, не будем об этом думать, мы покрасим лучше пока все стены. Так. Пошло-поехало. Самое интересное, это правда считается стеной. И как бы я почти задание это выполнил. А покрасить я почти ничего не покрасил. Но я не хочу бросать посреди дороги все это дело, поэтому я докрашу все стены. А потом найду 12 участков, 12 вот этих ячеек, 12 полосок. Заложу их плиткой. Ну что такое-то? Ну, достань, молодец. Теперь. Так. Краска кончилась. Мы с тобой вообще уже профессиональные маляры, профессиональные столяры, как они там правильно называются еще. Профессиональные ремонтники, установщики всяких других коммуникаций разных. Просто максимально все профессионально делаю. 42. Купить несколько, мне две нужно. Вот 12 штучек. Ладно, давай вот эту вот заложим. Давай я заложу вот эту плитку. Чуть за плиткой, а ванную здесь буду ставить. Плитка какая-то явно не кухонная. Хотя кто сказал, что она не кухонная, правильно? Я что ли придумал? Нет, конечно. Просто я подумал, что она не кухонная, может быть и кухонная. Комплект плитки, говорит, мне пригодился бы. А? Чё, в одной 15, что ли? Твой налево. Ну смотри, вот. Чё это так, как это называется? Давай заложу вот этот вот закуток весь. Ну, чтобы мне было обидно. Возьму продавалку, продам. И. Теперь уложу напольное покрытие. Угу. Так. Все. Теперь я беру кухонный комплект с духовкой, беру сапель тут тоже не подходит. Темная вишня бы подошла, если бы она подходила, но она не подойдет. Тик, темная древесина. Ладно, давай пусть нет, сапеле пусть будет и все. Так, нет, ручки нужны. Не, кошмар какой. Вот черная древесина хорошо подходит. И серые ручки. Черные не очень, а вот это вот да. Так, это дело куда мы ставим? Двудверный холодильник, современный кухонный шкаф с раковиной. Слушай, это подходит максимум никуда. Это здесь вообще никак не вяжется. Ну серьезно.
Не, ну как бы сделано для того, чтобы сюда это поставить, но это все равно как-то сюда не влезает. Холодильник, кстати, сюда тоже не влезет. Как бы я точно это вижу. Сапеле. Пусть белое будет, а вот это сапеле. Ага. Ущербно выглядит, очень ущербно. Прям выглядит кошмар как. Современный кухонный шкаф. С раковиной. Тоже пусть под эту деревяшку будет. Я не знаю просто, как это еще иначе сделать. Так, ну, наверное, вот так вот и ой, купить несколько нажал случайно. Вот здесь будет дверь открываться в никуда. То есть, по факту, тут очень удобно то, что у тебя раковина рядом с окном. Здесь все видно, здесь все слышно. Но... Да поближе пододвинься. Блин, чуть правее. Вот так будет лучше. Да, вот оно самое то. Вот сюда вот плитку. Шкафчики. Какие шкафчики? О чем речь вообще? Купить сейчас. Не влезает. И как быть? И куда мне это деть? Но это не серьезно. Это максимально несерьезно. Да уж. Выглядит это не очень. Но на самом деле, как бы вот выпирает за, вот, за границы кухни. Еще и два шкафчика надо купить. А зачем я вообще расширял эти комнаты, если здесь получается такая вот дребудистика? Ну, по факту-то. Давай хотя бы вот так вот я поставлю. Ну, что вот так-то я поставлю? Я здесь так поставлю, оно сейчас не влезет, ничего. Я хочу раковину ближе передвинуть. К той стене, чтобы... Ближе вот сюда поставить этот шкаф. А что с этим шкафом, со вторым делать, я вообще ума не приложу, честно. То есть здесь даже если под это подцепиле сделать, купить несколько и поставить вот так вот, но оно будет здесь ни к чему. То есть я должен как-то все это дело, не знаю даже, возможно, как-то вот... Так поставить... Вот молодцы, а какие молодцы. Семья изменила мнение, желает иметь отдельный настоящий остров, благодаря чему получит больше пространства. А я считаю, что семья должна думать заранее. Серьезно. Подожди-ка, чего-то? Шкафчик Ола. Опять он? Я что-то вообще тогда не вкуриваю, что они хотят от меня. Какой островок? Куда? И где они поменяли свое решение, свое мнение? Я что-то серьезно, я не понял, где они хотят островок и куда они хотят его деть. Может быть, в этой комнате? Нет, здесь явно этого всего нет. Что-то я напокупал кучу всего. Подожди. Два шкафчика Ола нужно было купить. Откуда у меня еще-то? А, это... Что-то, видать, забаговалось, и получается вот такая вот ерунда. Мне пять шкафчиков нужно теперь купить? Куда мне их все поместить? Вы что, издеваетесь надо мной или что? Игра хочет меня, не знаю... Свести с ума. Так.
Я не знаю просто, куда можно еще захерачить эти шкафчики. Подожди-ка. Ну-ка. Я сейчас понимаю всю, все отсутствие практичности в этом во всем, но что поделаешь? Они просят? Просят. Я поставил? Поставил. Вот тебе островок, вот тебе раз, вот тебе два. Кстати, у меня газовой плиты так до сих пор и нет. А, газовая плита с четырьмя горелками, она вот такая, она портативная, можно, можно сказать. Так что, ладно, ничего страшного. Давай она будет... Нет, здесь вообще не круто. А, давай она будет вот, вот здесь. На деревянных панелях газовая плита, это самое оно. Но еще рядом с раковиной специально сделал, чтобы можно было потушить. Погасить. Подвесной светильник, шар короткий. Купить один. Вообще-то нужно было купить шар короткий вот сюда. Что у нас здесь еще-то? Средней длины и длинный. Купить несколько. А, и длинный. Ерундистика какая-то получается. Лишь бы задание было выполнено, как говорится. Так, ну светят и самое главное. Как бы в чем вопрос. Выглядит все достаточно прилично. Если что, даже вот эта половина шкафов не работает, а вот это работает. Так что ничего страшного. Все как полагается. Подвесной шкафчик Глен. А что это такое было-то? Древесина. А, это боковушка. Сапеле. Ой, фу. Давай здесь вот так вот сделаем. Купить несколько и... И что это было сейчас? И подвесной шкафчик вот сюда вот повешу. Нет, не сюда, не сюда. И, блин, и куда повесить? Мне их три штуки надо повесить. Не знаю, кто туда будет лазить. Раз, два, три. Видимо, кто-то очень высокий. Самый высокий человек туда будет прятать конфеты и... Ну и типа все. Сапеле. Да они сами дают задания такие, как будто я не знаю, как будто бы я сам что-то должен догадаться здесь. А где здесь сапеле-то, моя любимая? Сапеле. А здесь нет такого цвета? Вот здесь есть, а тут нет. И как быть? Не пойму. Красный цвет. А, у меня выбран уже, ёб твою мать. Сидит тоже, знаешь, рассказывает. Так, а вот этот шкафчик вот здесь вот, можно вилки хранить, например. Нет, это тоже некрасиво. Вот здесь, башкой биться об него буду. Тук, вот так вот. Теперь. Удалить люстру тюльпаны. Красота. Экстравагантная люстра. Так она нихера не светит. Тут одна лампочка и ленты одни. Как по мне, так это абсолютно непрактично. Тут лампочку нужно 300-ваттную включать, чтобы она хоть что-то освещала. Ну, серьезно. Купить сейчас. Я, конечно, рад, мне как бы до фени. Что у нас попросят, то мы и сделаем, но все же. Надо же голод включать иногда. Стол. Стол светленький должен быть. Купить сейчас. Это столовая все-таки. Да, купить несколько, 6 стульев. Эть. И ковер. А, кстати, плитку. Плитку надо уложить. Срочно. Как чуть не забыл плитку-то. Фу, красота какая. Красота-то неописуемая. И прямоугольный ковер. Да он будет такой вот, да, вот такого цвета. Типа хуже уже не будет этой комнате. Вот здесь, чтобы ногам холодно не было. Пойдем в другой. У меня прогресса даже третий не прошло еще. Серьезно, что ли? Это я так долго делал ремонт в этой комнате, что аж обосраться, да? Че, вот это вот фонарь, вот, это все? Все освещение в этой ванной комнате. Что такое? Кто такое сделал-то вообще? Так, это. Бля, все продал. Все продал, молодец. А, ну еще вот надо вот тут что-то продать. Нет, стоп. Что-то... А, это не надо продать, это надо было... Угу, понятно. Купить лампочку нужно.
хрустальную люстру в туалете. Красиво жить не запретишь. Почему бы и нет? Ну, не, она хотя бы, они хотя бы светят. Не то, что вот этот вот бра. Так, теперь мы с тобой модифицируем стены и красим его в серебристо-серый. Так, тихо, погоди, сейчас сяду поудобней. А, купить сейчас. Четыре стены надо в малиновое приключение покрасить. Ну, конечно, естественно. А кто бы сомневался? Короче, 12 плиток. А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять не попадается. А, здесь тоже не попадается. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 14 плиток можно положить. Раз, два, три, четыре. Вот здесь это покрасить в малиновое приключение, а вот это все покрасить в белый. На кой так изгаляться над стенами, я не понимаю. Я покрасил бы все в белый, не мучился. Ну, на месте заказчика. Ну, как бы на месте заказчика можно изгаляться как хочешь, ведь делать ты будешь не ты. Но все же надо было подумать о том, как это будет все выглядеть. Серьезно, у меня кончились стены. У меня стены кончаются, а ремонт не кончается. Где мне еще две стены высосать? Ну правда же. Вообще, по факту, это вот эти вот две стены. Да. Но эти две стены не получится ничего с ними сделать, потому что они должны быть в плитке. Блядь, давай лучше вот эту вот такую плитку оставлю. Потому что опять сейчас пополам будет все покрашено, прилеплено и будет некрасиво. Так, и теперь малиновую краску, S-очку беру, покупаю сейчас. Мазюкаю вот эти вот четыре стенки. Все. А, и теперь нужно взять шпатель и начать укладывать плитку. Красивая плитка, как будто рублями выложили. Вот, так и живем, да. Долгий процесс, нудный процесс, но что поделаешь, ничего не поделаешь. Подожди, серьезно? А, эта игра хочет, чтобы я покрасил в серебристо-серый еще две стенки. Зашибись. Я нашел, где... Я нашел, где две стенки можно покрасить. Чего? Ты серьезно сейчас или издеваешься? Я вообще что-то не понимаю на самом... Ну, правда, я... Это он хочет мне сказать, что я не доделал здесь ремонт, да? Молодец. Да и пошел ты в жопу тогда со своим ремонтом. Я человек простой. Я все сделал. Все зависящее от меня выполнено. А дальше уж как хочешь, так и делай. Подвесная раковина Шанон. Шанон. Купить сейчас. Повесить вот сюда. Да поровней, чтобы она была вот ровно под зеркальцем. Установи. Так. 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 Ну уж. Вот так, да. Угу. Ну, тык-тык-тык-тык. Тык-тык-тык. Отлично. И сантехническую систему для душа и держатель для туалетной бумажки. Купить сейчас туалетную бумажку. Вот сюда вот надо... Нет, вот сюда вот. И вот сюда вот сантехническую систему. Да? Готово дело. Чё, душ надо установить? Ладненько. Купить сейчас.
Главное, чтобы меня сейчас не выкинуло за стены никуда, или куда-нибудь, как игра любит делать. Не знаю, как-нибудь ну, в соседнюю комнату, короче. Здесь у нас что с тобой? Напольную плитку. Напольную плитку. Да, конечно. Люстры здесь полезные. Люстры здесь классные. Так, а это все получается гостиная, да? То есть мне здесь можно не стесняться и делать все, что я хочу? Везде пол можно укладывать такого цвета. Но, видимо, да. Давай еще вот здесь вот. Хирекс. 92%. Подожди-ка, что такое? 93%. Нет, я не буду делать, а вот здесь. А, это тоже гостиная, смотри-ка. Заходишь и гостишь. Так, а где еще 1% может быть? Где он прячется от меня? Слушай. А где бы он мог быть? Неужели вот эти вот все... нужно переделать? Да нет. Глупости. И тут тоже не нужно было бы. Опа. Так, а здесь что? И здесь тоже ничего. Здесь-то тоже как бы все хорошо. Где здесь можно пока... У меня есть фонарь? Да, есть фонарь, и это хорошо. Это не гостиная? Нет, это не гостиная. Так, где я здесь пропустил? Где я плитку-то пропустил? Что такое? Блять, это... Ой, барный стул. Барный стул. А куда это? Вот сюда вот надо поставить барный стул? Ну давай барный стул поставлю. Чё, жалко, что ли? Я же человек простой, мне не жалко купить несколько. Раз, два, три, четыре. В паровозик будут играть. Сохранение пошло. Здесь что? Здесь ничего. Здесь что? Здесь... Ёп, твою мать. А здесь что? Здесь уже все готово, кроме покраски стен, но здесь я ничего сделать не могу. Давай здесь сделаем ремонтик. Уложить плитку. Темный махагон. Что-то он везде весь темный махагон, и больше никакой другой плитки нет. Как будто... Заказчик не знает о других видах и о других цветах. Ему, видать, подсказали, что вот такая вот плиточка хорошая, и он теперь везде ее заказывает у всех. Ну, дело не наше, как бы, лишь бы нравилось, как я уже говорю, давным-давно. Включу свет и буду с фонарем все равно ходить, потому что очень-очень-очень темно. Белый, светлый, желтый. Купить сейчас. Вот сюда вот. Диван этот поставлю. Текс. Угу. И сюда еще поставлю я шкафчик. Золотой бук. Бук. Вот сюда. Хорошо. Пошли отсюда. О! Давайте... как мы запроектируем комнату дочери? Да я-то откуда знаю, как вы запроектируете? Давайте создадим им розовое королевство. Лидия любит этот цвет. Пусть в комнате будет не только спальня, но и место для встреч с друзьями. Давай дадим ей белый стол и полки для спортивного инвентаря вместо кресла. Вообще, по факту... Вот эта ерунда, ее придется переделывать. В любом случае, в скором времени придется ее переделать, потому что, ну, розовые очки вот эти когда-то снимутся, и ребенку перестанет нравиться этот розовый цвет. И нужно будет как-то что-то делать так, чтобы ребенку нравилось. Просто вот она была нейтральная среда, вот эта, в которой он живет. Поэтому давай, пожалуй, я вот это вот сделаю. Модифицировать стены, панельки. Уложить. Темный махагон. Блять, кто бы сомневался. Темный махагон. Хоть серию так называй. Такс. Панели лазурные. Эллипсис. А где здесь 15 панелек можно поставить, положить?
А? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. А здесь 15, может? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 15. Да, все верно. Так, это я не продал почему-то. Как так получилось, не знаю. Да чтоб тебя, ну. 15 по... Ой, как они быстро устанавливаются. Как... Какая радость для меня, а? Слушай, ну прям серьезно, мне очень нравится, когда он так быстро все устанавливается. Что такое? Как будто прям по стене мне лупят. А, светлая римская штора. Ну, давай купим две. Вот сюда вот. Оп. И оп. Установить. Почему-то горит красным, но устанавливается без проблем. Это магия, что ли, какая-то в них Хогвартса? Или же я просто что-то умею? Или же я что-то могу просто? Какие-то стены здесь кривые, смотри. Вот это что такое? Вот, стена ушла вглубь, ушла сюда, вышла... Блядь, покрашена половина, половина не покрашена. Кровать для девочки, естественно, розовая, конечно. Как же, блядь, для девочки не розовая? Ну, пусть она будет хотя бы немножечко однотонной. Ну, типа, да, вот постельный розовый. Древесина будет пусть вот такая вот. Прям древесина-древесина, чтобы была. Купить сейчас и поставить ее вот... Нет, не сюда, а вот куда-нибудь вот сюда. Теперь комод. Комод нужен, да, комод купить сейчас. Дерево не такое здесь. И не такое. Вяз американский? Слушай, и, по-моему, не такое. А из какого дерева у меня сделана кровать-то? Не из кедра. Из бука. Из ольхи. Нет, слушай, не похоже ничего из этого. Ладно, давай пусть будет вяз американский. Он как бы больше всего подходит. Хотя что-то не сказал бы я, конечно, так. Теперь светлый низкий стеллаж, высокий... Светлый стеллаж, стол, стул, ночник и монстера. Монстеру, естественно, в первую очередь поставить вот сюда. Упадет и упадет. Дело не мое. А, не, погоди. Вот сюда поставлю, ладно. Пусть будет так. Теперь светлый низкий стеллаж купить сейчас, а вот прям ровно, смотри, встает сюда. И высокий стеллаж купить сейчас, а его поставлю я, пожалуй, вот сюда куда-нибудь. И теперь стол, хотя стол как раз-таки там и должен был быть. Вяз американский мне нужен, вяз американский. Вот так, белый ящик вообще ни к чему здесь. Он должен быть тоже вяз-американский. Вяз-американский купить сейчас. Стол, конечно, такой себе. Слов нет других, иначе никак не назовешь это. Подожди, стеллаж вот сюда как раз поставлю. А стол вот так. Ага. А стеллаж будет стоять вот здесь. Ну, типа, чтобы можно было развернуться и взять что-то с него. Циановый, белый... Давай пусть будет белый и черные ножки. Типа, ну прям стандартный стул, чтобы он прям вот вообще не выделялся никак. И два ночника. Куда их деть, я вообще ума не приложу. Но пусть будет розового цвета тоже. Купить несколько. Один пусть стоит вот на этом стеллаже. А другой пусть на столе стоит. Ночник же все-таки. И теперь даже половины нет. Серьезно, даже половины нет. Просто капец. Ты представляешь? Просто даже половины нет. Теперь. Идем сюда. Удаляем потолочную эту хреноту. Темный махагон, естественно, кто бы сомневался. Купить сейчас. Ага. Эть, тихо.
Так, хорошо. Двуспальная кровать. Но она пусть будет под грецкий орех. Нет, под сапеле лучше. Пурпурная, пурпурная. Блин, прям цвет такой поганый. Прям мне не нравится так сильно уж. Фу. Пурпурный. Даже называется он так прям. По-злому как-то. Не знаю, не знаю. Шкафчик. Кстати, почему-то он один. Туалетный столик. Давай лучше возьму, поставлю. Черный лучше столик. С черными вставками. Купить сейчас. Он должен быть вон в том углу помещаться. Ага. Светлый стул, но будет черным. Максимально серым, максимально черным, максимально темным. Пусть стоит уголком, чтобы, ну, типа боком, чтобы взял, сел там, посмотрелся и ушел. Теперь. Шкафчик. Шкафчик будет вот здесь стоять. Подцепили, естественно. Купить сейчас. Да поставь поближе-то, ну. А почему он не помещается? Он что, такой огромный, что ли? Да нет, а хотя, блин, ну чуть-чуть больше, чем я планировал, конечно, но... Ну ладно, пусть здесь стоит. Теперь вешаю люстру. Купить сейчас. И могу наслаждаться жизнью дальше. Теперь прогресс. В саду делать нам нечего с тобой. Поэтому иду я вот в эту комнату. Продаю вот это вот чудо. И потолочную лампу удаляю. Укладываю темный махагон. Кто бы сомневался, снова говорю уже. 5-10 раз. Стол. Электрический биокамин. Муделу. Темный диван. Блин. А темный диван сюда помещается, нет? Вяз американский. Первый цвет. Давай вот так вот. Второй цвет такой же. А подушки... Ой, сам диван будет такого, да, цвета. Ножки будут под дерево, наверное. Хотя под подушки лучше ножки сделать. Купить сейчас. Так, теперь мы с тобой ставим стол куда-нибудь. Какой-нибудь вот... Подцепили, естественно, как кто бы сомневался. Сапеле. Вот сюда вот. А где здесь перед, где здесь зад? Без разницы, он как бы универсальный. Ему все равно, с какой стороны за ним сидеть, да? Но я предполагаю, что да, давай здесь будет стоять. Биокамин электрический пусть будет белый. Темный. Купить сейчас. Блин, ну пусть вот здесь стоит. Где-то здесь. Шкафчик со стеклянными дверцами. Это, конечно, здорово. Ой-ой-ой-ой-ой. Вишня. Сапеле. Мне нужно сапеле. Вот оно, сапеле. Фасады белые. Купить несколько. Их нужно аж целых 4. Так, 3 поместилось. Дальше что? Куда четвёртый? Вот сюда четвертый поставить. Ну пусть здесь стоит. Темное кресло. Темный высокий стеллаж. Купить несколько. Серьезно, а куда мне их помещать-то все? Эй, что за... Что за ерунда, я не понимаю. Куда мне это все девать? Я, конечно, все понимаю, но серьезно. Почему игра решила, что я должен здесь все раскладывать так, чтобы прям вот прям в придирочку все помещалось? То ли я что-то не вкуриваю, то ли что-то игра как-то слишком жестокие требования ко мне выдвигает. Я, конечно, понимаю, что нужно все делать практично, но не настолько же. Ну не в притирочку же. Ну, нет, так в целом классно, обставлено, здорово, но чё-то прям как-то мне не нравится это все. Купить несколько напольный светильник. А можно настольным его сделать? А лучше на подоконник один поставить, вот сюда вот один, и вот сюда вот второй. От него свет как от козла молока, вообще нет.
Люстра будет белая, купить сейчас и повесить ее посерединке комнаты, где-то вот, где-то ориентировочно вот тут. Бюджет скоро закончится. Да я знаю, что у меня бюджет скоро закончится. Люстры такие красивые, фельдеперсовые хотят люди. Но я не могу спорить с ними. Красного цвета будет у меня три аж целых кресла. На кой они тут три нужны, я вообще не представляю, что они тут собираются делать. Рыцари круглого стола, да, вот так вот их поставим, чтобы они сидели здесь, что-то обсуждали очень важное. Вон, сел и сидишь. Ладно, эту комнату я закончил. Блин, а что мне еще-то остается сделать? Почему у меня даже 50% нет? Не осталось херда маленько, осталось вот 4 комнаты. Я уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 комнат сделал. Где, кстати, остальные комнаты-то? Напольная плитка, ты ляг, смотри-ка, я... Чуть не пропустил. Кстати, остается всего 3 комнатухи тогда. Тарам-пам-пам. Так, эта комната готова. Эта комната готова. Эта комната готова. Эта комната готова. А где они готовые комнаты-то, я не пойму. Подожди. Я весь дом сделал уже. Что нужно-то? Может, к соседям зайти починить? Ой, понастроят хором, потом вход не найдешь. Серьезно, ну, а где здесь вход-то в эту домину? Подожди. Я то ли что-то не вкуриваю, то ли что-то не понимаю. О! А как я здесь мимо прошел? Я думал, что это улица. Мальчик любит играть. Дадим ему игровую приставку, большой телевизор, удобные кресла, обновим камин, чтобы современный стиль сочетался с традиционным. Растет новый игрок. Вместо того, чтобы вкладывать деньги в камин и украшения, давайте подготовим его к реальной позиции игрока. Он сам купит оборудование в соответствии со своими предпочтениями. Вот этот бать молодец. Да, уверен. Вот прогресс подскочил, смотри. Модифицировать стены, уложить... Плитку, индустриальный, темный, серый, разглаженный бетон. Это куда надо уложить? Подожди-ка. 8 штучек. Это как-то прям совсем мало. Это где-то прям вот где-то вот здесь посередине. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, вот сюда вот надо куда-то уложить. Блять, зачем это все делать? Разглаженный бетон. Купить сейчас. Положить вот сюда и разложить его вот сюда. И да, кстати, по поводу плитки, по поводу звука плитки, он есть, он просто очень тихий. Раньше он как-то громче был, хотя я ничего в настройках не менял. Мне казалось, что... Мне кажется, что он гораздо стал тише, его стало вообще незаметно. Так, не забываем про нашего любимца, темный махагон. Все. Теперь... Подожди-ка, надо вот так... Блин, надо вот так вот сделать. Да продай ты его, ну. А, теперь. Кровать для мальчика. Мини-холодильник со стеклянными дверцами. Монитор Раопс. Рефлекторная лампа. Кофейный столик. Тумба под телевизор. Геймерское кресло Фэз. Консоль Бруши какая-то. Контроллер Эми. Звуковая колонка стандарт, форма из поролон для детей, куб. Блять, что-то так много всего, что я даже не знаю. Ну, давай купим самое стандартное вот из этого всего. Типа, поставлю куда-нибудь вот сюда кровать. Почему нет? Теперь, тумба под телевизор, она должна стоять где-то вот... так, с пеле, купить сейчас. Тумба под телевизор должна стоять рядом с розеткой. Логично же, логично. Нахера мне тумба под телевизор, если у меня телевизор подвесной, не знаешь? Я тоже не знаю. Вот спроси это у разработчика игры. Звуковая колонка. Ну давай звуковую колонку поставлю вот сюда, пожалуй. Теперь. Консольку поставлю вот сюда. Еще поставлю угловой стол май, июнь, июль, купить сейчас и поставить его, кстати, вот сюда.
Это ж неудобный стол. Клавиатура с подсветкой. Ох, подсветка. Геймерская клавиатура по-любому, смотри-ка. Чё? Это серьезная подсветка. Это круто, это все прям геймер растет. А вращающийся монитор купить сейчас. О, господи. Ну, правда, вращается, смотри. Вращающийся монитор Ля. Круто. Темный кофейный столик. Естественно, подцепи. А нет, цепеля, купить сейчас. А нахера мне кофейный столик в комнате, а? Ты мне расскажи. Лампа рефлекторная. Ну, куплю ее над кроватью. Нет. О, тут же есть еще одна. Зачем мне еще одна нужна? Ну, повешу... Подожди. Повешу вот сюда. Типа, а вот эту вот перевешу вон туда. Отлично. Вроде даже ровно. Формы из кубик, формы из поролона, кубики белые, купить несколько. Нихрена огромные какие кубы. Ну, что такое? Игра решила повиснуть просто на ровном месте. Я не знаю, почему она иногда зависает. Она просто иногда берет и решает зависнуть. Ну, а что, она думает, блин, хорош. Хорош, говорит, играть. Заканчивай уже. Блин, что-то какой-то поролоновый кубик, какие-то не очень ровные. По-моему, нас где-то обманули. Два контроллера. Купить несколько, их нужно положить вот сюда. Вот. Теперь стул. Естественно, черный-черный купить сейчас. Будет играть, сидеть. Немножко наискосок, но ничего страшного. Геймерская... Чего? Зачем ему два геймерских кресла? Вот ты мне расскажи, купить несколько. Зачем ему два геймерских кресла? Он будет в консоль играть на геймерском кресле? Или что? На кой ему два кресла? А стул будет вот здесь для наказания, не знаю. Теперь. Мини-холодильник. Блять, мне такого даже нет. Зачем ему нужен мини-холодильник? Ну, поставлю вот сюда. Нет. Поставлю вот сюда, чтобы компьютер, если что, охлаждался. Кстати, у него компьютер так и нет. Нахера ему монитор нужен, я не понимаю. Так, эта комната тоже готова. Пойдем в эту комнату. Остается последняя, даже ведь? Да, последняя комната у нас. Нет. Да, та ванная комната не сделается никогда в жизни, потому что там не хватило мне чуть-чуть совсем. Удалить, удалить. А, и все. А, сантехническая система для ванны. Я душ, что ли, буду сюда ставить или же что? Модифицировать стены. Настенная плитка на... Махагон сейчас уложу, и потом будем уже думать над плиткой на стену. Самое главное здесь это махагон. Кстати, подожди. Да, такой он и есть. Прум-пум-пум. Купить. Купить сейчас плитки. Мне их нужно одну пачку. И нужно посчитать, где 15 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Здесь 17. Значит, считаем вот здесь. Подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Чуть у меня вообще не складывается в голове, где можно здесь 15 положить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. 11. А в этих стенах раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9. И что мы будем делать? В пизду. Я человек простой, я не знаю. Если не знаешь, как делать, надо просто начать. Просто, если ты что-то не знаешь, как это что-то делается, нужно просто взять и начать это делать. И все само получится. Я придерживаюсь такого принципа, если мне что-то не получается, я просто это делаю. Ну или просто не делаю, просто хер забиваешь и все, и не делаешь.
А потом оказывается, что тебе это, в принципе, и не было нужно совсем. Но иногда так получается, что по факту-то то, что ты хотел сделать, оно никому не было нужно вовсе. И не то, чтобы не было нужно, но тебе не нужно было, потому что ты без этого, в принципе, ты живешь. Так. Угу. Чего? Куда-то так высоко стена пошла? Немного выше, чем я планировал. Кстати, да, кстати. Угу. Что это у нас получается? Это получается, что... Чё, серьёзно? Плитки хватило? А, ну да, плитки хватило. Я просто хотел Не буду я здесь плитку докладывать. Пусть будет тут такой поганый зеленый уголок. Некрасиво, конечно, спору нет, но... Чё-то прям по-убожески выглядит. В принципе, вся эта зеленая плитка и здесь вот эти вот куски плитки в комнатах, она... Они вообще здесь ни к чему. Зачем они вообще нужны? Зачем разделять, блядь, эту комнату на несколько частей? Здесь, пожалуй, тоже сапеле. Сапеле где? Сапеле. И белую столешницу. Купить сейчас. И поставить туда, куда ее можно поставить. Рядом с розеткой прям. Зашибись. Самое оно, конечно, да. Да что такое? Самое место для раковины рядом с розеткой. Типа... Ну а почему нет? Да не надо тут. Придумали тоже. Вылилось что-то. Куда-то течет. Кстати, звук бульканья так и не ушел. Значит, где-то у меня здесь лужа. Да, смотри-ка, лужа. Во беда. Журчит еще, как будто прям из пола родник бьет. Родник, говорю, бьет. Из пола. Так, сантехническая система душа. Купить сейчас. Ну, давай-ка мы ее вот сюда вот захерачим. Или вот сюда. Не, вот здесь все-таки душ должен быть. Как ни крути. Тюн-тюрюм, тюн. Тюн-тюрюм. Зеркало Ламонт. Повешу, пожалуй, вот сюда. Надо раковиной. Кстати, я, походу, вампир, потому что я не отражаюсь в зеркале. Теперь душ. Душ светлый, белый, черный купить сейчас. Что-то как-то, мне кажется, оно заезжает немножко за пределы, за границы комнаты, но... Игре это не кажется странным. Хотя игре не казалось странным, когда она меня для сборки душа выбрасывала в соседнюю комнату. Так что, чему здесь удивляться? В нули почти, смотри, вышел просто прям в нули почти что. И не стесняюсь. Пойдем, может, все-таки по... Нет, не буду я даже пытаться там покрасить, потому что я же пробовал. 1,5 миллиона я заработал на этом ремонте. И давай на этом... прощаться. Сейчас только мы появимся у себя в офисе и закончим на этом. Поэтому заканчивай. Сохранение портфолио, сохранение фотографий в портфолио. Стрипня для внуков — это любимое занятие всех бабушек. Ну, естественно, чем им еще заниматься? У них же дел-то своих нет, правильно. Стрипня для внуков. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся с тобой в следующей серии, в других видео. И не забудь подписаться на группу ВКонтакте, ссылка на которую указана в описании. И всем пока.